Пью молоко я из кувшина неба и сплю на голой каменной земле. Я счастлив, если есть кусочек хлеба и верный друг качается в седле. Молва по горным склонам прокатится не спеша, у черного дракона не черная душа. Выскочи, ворона, копытом воронки рой, и никто никогда ни за что не захочет дороги иной. Ты лежит дорога в пыли, ты мне дорог, ограбленный край. Здесь на острове мало земли, ну а горе хоть отбавляй. Повышенный солнце на лес, скачи вороной, скачи вороной. А пуля, которая мне, лети стороной, лети стороной. Мне не нужны палеты, мушкеты, это верней. По дорогам мы грабим богатых, все отдаем бедноте и чуть оставляем себя. Не открывайте слишком широко рот. Вы можете простудиться. Кто вы? Я сирийский патриот. Меня послал генерал Гарибальди. Гарибальди? А где он? В горах. Нуждается в помощь. Ему нужны деньги. Сандино, позови скорее тетю Агату. Вы герой. Почти. Как вас зовут? Ринальдо. Ринальдо? А меня зовут Анжелика. О, благородная отвага, любовь и верность, плащ и шпага. Увы, трепещи, страсть моя, мой верный рыцарь, я твоя. Вам знакомы эти стихи? О, да, конечно. Только у меня не хватает времени на стихи. Анжелик, святая Мадонна, тетя. Гарибальдийцу в доме, святая Мадонна, из-за него мы на виселицу попадем. Тетя милая, прошу вас, скорее принесите все наши деньги и мамины драгоценности. Это очень нужно. Что ты такое говоришь? Драгоценности покойной матери. Не слушайте ее, не слушайте эту сумасшедшую девчонку. Ваша тетя права. Драгоценности покойной матери священны. Я готов ограничиться деньгами. Нет, если были живы мои родители, они бы отдали все на свободу Италии. Нет, нет. Несите деньги, да поживее. Тетя, он сказал, поживее. Сейчас, сейчас. Ринальдо, возьмите меня с собой. Ты что, девочка? Война это совсем не женское дело. Но я тоже хочу бороться за свободу. За нашу Италию. Мое сердце всегда с вами. Слышите, как оно стучит? А? Именем его величества, о, короля Франческо II, откройте! Бегите через сад! Не открывайте дверь, не открывайте. Возьмите же! Благодарю вас от имени Гарибальди. Именем короля, кто откройте! Кто стучит? Тише, полиция. Вам бабушка, спасибо. Какая я тебе бабушка, невежа. Прощайте. Ринальдо! Откройте, или мы вышибем дверь! До свидания! До свидания! Солдаты! До свидания! Откройте дверь! Открывай, Сантино! Открывай! Смотри, его платок! Что делать? Прячь! Мне, сеньора, очень хочется узнать, куда вы его запрятали. У нас его... Что? Вы никогда, бабушка, не висели на виселице? Не. Что? Вы разговариваете с баронессами? С баронессами? В доме, у которых скрывается опасный бунтовщик в красной рубашке. Гарибальдиец. Ищи! Что ты стоишь? Можете обыскивать, у нас его нет. Но он был здесь. Вот. Был. Был. Ай-я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 й. Баронессы, за мной. На виселицу. Но!
вздумаете меня подкупить? Потому что я сразу смекнул, что сеньоры баронессы хотели бы обменять мое молчание на свое золото. У нас уже нет золота. Но мы могли бы предложить вам драгоценности. О, нет. Какие? Моей покойной матушке. Ваше превосходительство, не слушайте эту глупую девчонку. У меня отложено 1000 золотых на черный день. Возьмите их, пожалуйста. Хорошо, возьму. Спасибо. И драгоценности тоже возьму. Нет, голубчик. Прекрасно. В таком случае прошу всех на виселицу. Тетя Агата, принесите ему мамины драгоценности и 1000 золотых. Ох. Убери от меня руки! Берту телал те хасел тиродини лонак. Цыганка? Ну? Цыганка. Зовут как? Сантина. Откуда? А что вам угодно? Берите все и убирайтесь. А нам спешить некуда. Запомните, солдаты его величества взяток не берут. Взяток не берут. Не берут. Честь имею. Мадонна, Мадонна. Сантина, принеси мои вещи. Ты все-таки решила. Сантина, принеси мои вещи. Я должна быть там, где сражался и погиб мой отец. Я должна быть в Грибальде. Меня рассветы и тревоги. Кто мне скажет, что я встречу за порогом? Веди дорогу. Вот я дорожа! Ну, я тебе сейчас. Опять дуэль устроили? Да нет, Ринальдо, мы только поиграли, пошутили немножко. Ринальдо, ну! Приняли они тебя за настоящего гарибальдийца? Расскажи. Рыбка клюнула на удочку и выложила 2000 золотых. Вот 500, маркиз. Раздели на всех поровну. 500? Остальные 1500 опять пойдут нищим пастухам. Кто мы, грабители или благотворители? Мы, благородные разбойники, отнимаем у богатых и раздаем бедным. А кому эта работа не нравится, может убираться вон ты! Убирайтесь вон! Нет! Нет, Ринальдо, мы все остаемся с тобой. Да здравствуй, черный дракон, гроза Сицилии, все окрестности! Его! 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 Вина! Ну, Бурбон, рассказывай, как комедия разыгралась дальше. Братцы, им показалось, что они уже висят на виселице. Надо было посмотреть, как они мне выложили. Ринальдо, 1000 золотых! А драгоценности они тебе не предлагали? Драгоценности какие? Красотка мне предложила драгоценности ее покойной матери. Но я отказался. Мать есть мать. Правильно. Ты прав, Ринальдо. Маму обижать нельзя, мама у нас одна бывает.
Эй, братцы, тут рядом расположился табор за холмом. Волки, там такие овечки. Если ты, конечно, позволишь. Ринальдо. О, Ринальдо! О, Ринальдо! Симпатичные овечки, а на лбу волос колечки со водой идут на речку, составляя целый полк. Подмигнет одна овечка и не скажет ни словечка, и стучит ее сердечко, так что слышит серый волк. Волки, волки, не зевайте, и овечек сосчитайте, ни одну не пропускайте, ни одну не выпускайте, чтоб на каждую овечку приходился серый волк. Сицилийские бандиты, знатным родом знаменитый, правда, каждый графский титул раздобыл себе как мог, ведь сестрица ростовщица, дядя жулик и убийца, мама старая волчица, а папаша серый волк. Волки, волки, не зевайте, и овечек сосчитайте, ни одну не пропускайте, ни одну не выпускайте, чтоб на каждую овечку приходился серый волк. Наши волки пляшут молча, ведь у них повадки волчьи. Ну, а мы хотим, чтоб с ночи смех до солнца не замолк, чтоб в лесу вы танцевали, как на пышном карнавале, чтоб мы все овечки знали, что такое серый волк. Волки, волки, не зевайте, и овечек сосчитайте, ни одну не пропускайте, ни одну не выпускайте, чтоб на каждую овечку приходился серый волк. Хорошо танцуешь. А ты хорошо двери ломаешь. Что? Какие двери? А за которыми хранятся драгоценности? Тихо! Что тихо? Я тебя сразу узнала! Мэка да Мэна! Ну, жених! Как тебе это нравится? Я ее приглашаю на танец, она мне устраивает скандал. Послушай, Ринальдо, а у тебя невеста есть? Невеста. Моя невеста Сицилия. Я о женщине толкую, сын мой. И такая есть отец мой. А кто она? Должно же быть чудовище, которое ждет только меня. Должно оно ко мне явиться. Вот в него я и влюблюсь. В кого? В чудовище.
Ну ладно, жених. Любовь, любовь, любовь. Ты однажды придешь, хитро мне подмигнешь, словно верный мой нож, станешь рядом. Любовь, любовь моя, когда ж ты мне подмигнешь? Прячемо на небе звезды зажигаю, отчего в сердце счастья ожидаю? Почему бывает грустно и тревожно? Никто не знает. Любовь, любовь моя, я не знаю тебя, ты не знаешь меня, но однажды тебя я узнаю. Посмотришь мне в глаза, и я узнаю тебя. По какой идешь дороге, я не знаю, и кого ты на пути. Если ты меня, родная, не узнаешь, то я узнаю, узнаю тебя. Небо, неужели я вас нашла? О, Мадонна! Вы как сюда попали? Кто показал вам дорогу? Счастливая звезда! Я шла-шла, и вдруг слышу, кто-то поет. И вот вдруг вы. Да? Но почему вы на меня так странно смотрите? Я... Будто не узнаете. Ну, как вас уже не узнать, Антоня? Анжелика! Ой, Анжелика, но зачем вы пришли? И вы еще спрашиваете? Разве ответ не написан в мои глаза? Я как только увидела вас, сразу поняла, что вы – это он. Кто он? Ну, тот, кого я ждала всю жизнь. Теперь мое место всегда рядом с вами. Знакомьте меня с генералом Гарибальди. Гарибальди? Да. А Гарибальди? Ну да. Прошу. Туда? Ишь ты, какая смелая. Мы одни на этом острове. Ты молода, и я. Я одинок, и ты. И сердца у нас горят.
И ты знаешь, что я тебе сейчас расскажу? Знаю. Расскажите о Гарибальде. Гарибальди очень далеко, а я как раз близко. Ну-ка, садись. Руки вверх! А ну, выходи! Выходи, выходи! Мадонна, чудовище пришло. Это тот самый Бурбон, который преследовал вас? Тот самый? Угу. Мама! Третья, Ринальдо. Да. Третья лишняя. Молчать! И благодари Мадонну, что у меня сегодня прекрасное настроение, и я дарю тебе свободу. Убирайся отсюда. Стой! Вы слишком великодушны к этому негодяю. Чтобы спасти вас, мы вынуждены были отдать ему все драгоценности моей покойной мамы. Ах, драгоценности, те, от которых я отказался. Ой. Ринальдо, я тебе сейчас все объясню. Не ты ли причитал, что мать у нас одна бывает? Ты же мне сказал, что взял только 1000 монет. Обманул. Кого? Меня, черного дракона? Как черного дракона? Вы не грибальдиец? Вы оба разбойники? А откуда у тебя красная рубашка? Я ее взял на прокат. Послушай, девочка, хочешь оставаться, вот козлиная шкура. Нет? Улетай отсюда. Ну? Я остаюсь. Прекрасно. В таком случае, располагайся на этой казиной прекрасной шкуре. Ведь я нашла тебя. Ты пришел ко мне гарибальдийцем, и поэтому ты не имеешь права быть разбойником. Я стану с тобой, буду твоим воздухом. Я не дам тебе ни секунды передышки до тех пор, пока ты не перестанешь разбойничать. Ринальдо, осторожно, баронесса с ветерком. Нет. Тарантул ее укусил. Нет. Я не с ветерком, и тарантул меня не кусал. А ты докажи, девочка, докажи. Ну и докажу. А как доказать? Станцуй! Пиццику! Что? Баронесса не знает, что такое пиццика. Конечно, тебе не какие-нибудь дворянские труляля. Это тот танец, который танцуется лихо, с огоньком. Попробуй. Ну, баронесса. И попробую. Тихо, тихо, братцы. Идите посмотрите, как баронесса для нас будет отплясывать пиццику.
Братцы, баронесса баронессой, а ножками дрыгает по нашему. Черный дракон, кошечка эта царапается. Эй, кошечка, не забудь, я все-таки разбойник. Ты был разбойником, но я тебя перевоспитаю. Реально, она берет тебя на поруки, счастливчик. Уберите ее отсюда! Уберите меня! Ты еще здесь? Да, не уйду! Тогда я тебя застрелю! Шагайте, шагайте отсюда, Синерина! Черный дракон не шутит! И шагу не сделаю! Стреляй! Ну! Стреляй! Ну! Стреляй! Не бойтесь, все равно он не выстрелит, потому что он трус. 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 Никто еще живых не оставался после того, как называл Ринальдо трусом. Ну-ну, покажи свою храбрость. Или пусть мне тоже дадут пистолет. Не та рожа. Дай пистолет этому птенчику. Что? Огнестрельное оружие в руки чокнутой. Не бойся, кривая рожа, тебя я целиться не буду. Святая. Кривая! Святая! Кривая! Ну, черный дракон, держи шляпу! Вот это здорово! Ну, ты, кажется, пошутила, девочка. А теперь, если позволишь, я пошучу. Ах, как страшно! Красивые косички у сестрички. Угу. Коса. Моя коса. Моя коса! Братцы, нашла коса на камень! Да пусть меня увидят на край света, я все равно тебя найду, найду, слышишь? Ты все равно станешь гарибальдийцем, слышишь? Вот тебе птичка-невеличка. Ну ладно, братцы, отдыхайте. Сицилия моя, мой остров синий, простила ты меня совсем как сына. Кострами согревала и небом укрывала, и песнями баюкала меня. Я жил, как ветер вольный и счастливый, а час придет, усну я под оливом. Покину край мой милый и на могилой зашепчется зеленая листва. Внизу сияет море, над ним
Я навеки отдаю тебе мое сердце. Лети, моя земля, свободной птицей, туда, где светят вольные зорницы. Да не было это такого, чтобы цыган жандармом стал. Эх, Сандина, цыган может украсть лошадь, продать чужой костюм, но продать душу, ты ведь знаешь наш обычай. А я думала, ты их уже давно забыл. Нет, все помню. Шатры, кибитки, пыльные дороги, все. Боже, Манджани, сегодня табор уходит. Уйдем с ними. Любить будем друг друга. Каждую ночь под новыми звездами. Нагляделся я на разные звезды, дороги. Не для меня это. Ух, черный дракон для тебя. Вперед! Черный дракон отнимает деньги у богатых и раздает беднякам Сицилии. На час. Над. Шунка Чао, возьми на прощание. Что это? Травинка. Ну и что, трава повсюду растет? А если ее оторвать, она ведь засохнет. Одна. На, поджакаме, уже! Сердем, Сатина! Гори! Подожди, баронесса! Мой табор там у оврага, так и кочует сотни лет. Эх ты, бродяга, эх ты, бродяга, эх ты, бродяга, кругосвет. Накопить сумел за годы, я легко навилчу на коня. Все мое имущество, свобода. Нету чемодана у меня, ни алмаза, ни рубина, только звезды в небе черном для меня. Ай-на-на, ай-на-на. Повторяю, все зависит от вас. Сидеть в засаде и ждать моей команды. Понятно? Где трепло? Карету я буду брать с ним. На кареты нападаешь? Людей грабишь? Грабитель ты, а не благородный разбойник. Братцы, кто к нам пришел? Классная дама. Воскресная ходячая проповедь. А на остров прибыл посланник короля барон Розарио.
привез приказ о конфискации зерна у крестьян. Да ну! Ай-я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 й
седлайте коней. Дорогу я объясню. Вот такие помидоры, синьорина. Хочешь от меня сбежать? Нет, так просто от меня не уйдешь. Я не оставлю тебя в покое до тех пор, пока ты и твои люди не станут гарибальдийцами. Веками на наш остров приходили разные завоеватели, теперь пришли эти. А кто они такие? Люди без рода, без племени? Их родина свобода, они герои. А где твоя родина, сеньор удачи? Моя родина – земля Сицилии. За нее я сражаюсь. Она должна принадлежать только нам и нашим детям. Эти чужаки пусть не вмешиваются в нашу жизнь. Разберемся сами. Но баста, это не женский разговор. Для тебя женщина хороша только тогда, когда она молчит. А стоит ей открыть рот? А женщине нужен рот только для того, чтобы есть, пить и целоваться. И то, если этого хочет мужчина. Нет, нет, нет. Да. Нет. Да. Спокойно, барон. Не волнуйтесь, у вас надежная охрана. Скажите, куда вы меня привели? К черному дракону, барон. А это не тот самый Тихо, барон, тот самый. Прошу. Просим, пожалуйста. Кто? А ну-ка, оставьте нас наедине. Убирайтесь. Слышали, убирайтесь все. Ну, убирайтесь, убирайтесь! Остается только заместитель. Я сказал наедине. Если бы один из ваших ангелочков вернул мне часы. Трепло. Я, при чем тут я, Ринальдо? Вот они, черт. Я вспомнил, я их взял, чтобы проверить, за сколько минут мы управимся с этим бараном. Простите, бароном, однако ж, какое недоверие. Мне стыдно за вас, барон.
Благодарю вас. Значит, приехал грабить крестьян? Королевский указ. Его надо отменить. Хорошо. Я отменю. Это все? Все. А у меня не все. Видите, как мир тесен. Вы искали меня, а я искал вас. Как интересно. Ну, прошу, прошу. Благодарю. Вот здесь королевский указ. В нем говорится, что я могу назначить генералом наших войск в Сицилии любого человека, разумеется, которому я доверяю. Вот я и думаю назначить вас. Меня? Генералом? Ринальдо Черный Дракон, генерал бурбонской армии. Не шути, барон. Я люблю только те шутки, от которых смешно. Я не шучу. Мне действительно нужен свой народный герой. И не нужны проходимцы. В конце концов, кто он такой, этот Гарибальди? Откуда он взялся? И почему все говорят о нем? Пусть говорят о вас. Вас знают все. Бедняки знают вас и идут за вами. Богачи знают вас и идут, опасаются. Вам стоит только ахнуть, свистнуть, и они покатятся в море. Все это так просто. А если все так просто, почему бы тебе не стать генералом? Я? И война? Из этого ничего не выйдет. Война делается на рассвете, а я встаю во второй половине дня. Нет, для войны нужны грубые люди. Герои! Солдаты! Я не могу сражаться за вас, потому что я уже сражаюсь против вас. Согласитесь, стать генералом, и мы забудем наши мелкие разногласия. Я хочу, чтобы Сицилия была свободной. А на остальное мне. Отлично! Вы станете национальным героем, а умрете императором. Я разбойник, барон. Отнимаю богатых, раздаю бедным. Надо же кому-то следить за равновесием. Вы получите все. Я человек слова. Но если ты человек слова. Не надо быть оратором, чтоб долго объяснять. Я стану императором, ведь им недолго стать. Но если честно говорить, ваши эполеты мне нужны, чтоб раздобыть мушкеты, мушкеты. Зачем мне шляпа с перьями и дьявольский парик? С простыми подмастерьями дракон привык дружить. Но если честно говорить, ваши эполеты мне нужны, чтоб раздобыть мушкеты, мушкеты. Я в сюртуке парадном пройду чекая шаг. Зачем быть императором? Ведь я король-бродяг. Но если честно говорить, ваши эполеты мне нужны, чтоб раздобыть мушкеты, мушкеты! Братцы, братцы, послание короля барон Розарио предложил мне мундир генерала бурбонской армии. И таким образом я получаю эполеты, вы получаете мушкеты, и Сицилия у нас в кармане. Совершенно верно! Нет, ни за что! Ни за что! Ты никогда не наденешь мундир генерала бурбонской армии! В народе столько говорят о дисциплине черного дракона. Какая прелестная басня. Это не басня, барон. Как она здесь очутилась? Кто пропустил девчонку? Ты? Ринальдо, она стала реветь.
Братцы, ну вы же меня знаете, когда женщина начинает плакать, я слабею. Трепло, зачем ты причинил Ринальдо такое горе? Почему вы плачете? Я плачу, потому что я дракон. А у дракона есть такой закон. Один закон для тех, кто... Нет! Ринальдо! Остановись, Ринальдо! Я не хотел, я пошутил! Ринальдо, ты не сделаешь это, Ринальдо! Ты не смеешь это Женщина! Сделать! Нет! Нет! Не становись между нами! Остановись, Ринальдо! Ты не сделаешь этого! Мы ведь друзья, Ринальдо, остановись! Ай! Почеши нос. Он убил меня. За что, Ринальдо? За то, что ты нарушил закон. Ненавижу. Убийца. Гиена. Негодяй. Ненавижу тебя. Ненавижу. Я ведь любила. Хотела привести Гарибальди. Но Гарибальди нужны люди, а не звери. Люди! Люди! Вы именно тот человек, который нам нужен. А теперь я хотел бы уехать отсюда. Однако, чтобы закрепить наш договор, мы не будем мелочными. Я ставлю в залог королевскую печать. Вы посоветуйтесь, поговорите с людьми, или, по крайней мере, с теми, которые останутся в живых после таких разговоров, и сообщите мне. Я жду. Ринальдо, мне это уже надоело. Сколько раз я могу исполнять одну и ту же роль? Хорошо! В следующий раз я застрелю тебя по-настоящему. Ринальдо, застрели его, застрели. Тем более, что он в этот раз не так уж хорошо умер. И мне больше понравилась твоя смерть перед архиепископом. Тогда ты сыграл покойничка очень живо. Что вы понимаете в искусстве, разбойники? Я настоящий артист. Если хотите, расскажу я вам про жизнь свою. Когда и где родился, неизвестно. Меня одна цыганка родила. Всю жизнь она играла роль невесты, хотя давненько мамою была. Я пошел, видно, маму. Стал артистом и певцом, и гитаристом. Жизни 100 ролей сыграл. Был бродягой, циркачом, бродобреем, кузнецом, поперушкой, скрипачом. Чужие дальние старания, знатным был магаражою. Ездил с верною женою.
я на собственном слане. Добывал я в шахте соль, стал разбойником однажды. Но, конечно, знает каждый, это временная роль. Ну, а потом опять друзья, стану артистом я. Быстро, по местам. Барон возвращается. Да не так, повернись. Рожа, отпивай. О, несчастная мать, твой сыночек прекрасен был, как лепесток герани, но костлявая лапа смерти вырвала его от нас. Как он спокоен, как живой лежит. Красивый. Честный. Простите, я забыл здесь. Давай, давай. Ну. Ринальдо, это переработка. Я буду жаловаться. Радный, комедия получилась. Во-первых, барон клюнул, я стану генералом, и мы опустошим их бурбонские арсеналы. Во-вторых, эта чокнутая почувствовала ко мне отвращение, что, кажется, я от нее отделался. Пустите вас! Пустите! Ложись! Это называется отделался. Мой красивый, почему ты не ушел со мной в табор? Зачем ты остался здесь, Девлале? Ползу, туман за ногой, я ползу. Умер. И даже ни разу не возобновил. Девлале. Девлале. Анжелика! Анжелика! Прости меня, любимый! Прости меня, любимый! Барон! Возьми меня с собой, добровольца! Любимый! Свободен, будто заново родился. Пойду, куда хочу, и не вернусь. И раньше никогда я не женился, и больше ни за что я не женюсь. Как птичка я на воле, монета в кармане есть, девчонки не позволю себе нашей сесть. Ой, я парень-герой, смотался и был таков, ведь семейные узы порой пострашнее тюремных оков. И иду покорен судьбе, встречу пулю в неравном бою. Я, Сицилия, верен тебе, так невесту зовут мою. Отныне до смерти своей я буду один, я буду один. Я сам 90 чертей, себя господин, себя господин. Эх, балеты не надо, но давайте решим, лучше стать самому генералом, чем быть у жены рядовым. Чертям не желаю быть. Послали этому дракону генеральский мундир? Послал, ваше превосходительство. Но неужели он согласился на ваше предложение? О, он не глуп.
этот сицилиец. Он понял, что лучше быть живым генералом, чем мертвым драконом. Вскоре он появится, и я представлю его народу. Ваше превосходительство, ко мне обратились цыгане. Я, с вашего позволения, разрешил им выступить на площади, развлечь народ. Мне нравится, когда народ развлекается. Потому что, когда он развлекается, он отвлекается. Мои, я счастлив сообщить вам радостную весть. У нашей армии новый генерал. Это ваш брат, сицилиец. Вот он, Ринальдо Черный Дракон. Что за маскарад? Где черный дракон? Черный дракон никогда не будет генералом Бурбонской армии. Его место в рядах Гарибальди. Долой Бурбонов! Долой Бурбонов! Вива Гарибальди! Вива! Вива! Сядьте ее!
ничего. За одиночек восемь бочек выбежать дурак. Но как только закрываю двери кабачка, нам обычно не хватает одного платка. Почему? Я сам когда-нибудь еще играл в мошенники. Что-то задерживается посланник барона. Да, братцы, если верить его часикам, то уже давно должны были принести генеральский мундир. Ты откуда? С караула, дракон, сменили. Из города никто не появлялся? Тебе ничего не передавали? Передавали, сверток, сказали от барона. Где он? Я отдал Анжелике, она сказала, что ты велел ей самой тебе доставить. Тебя как звали? Сонная тетеря. Теперь тебя будут называть бессонным покойником. Трепло! Трепло! Джанни! Бурбоны схватили Анжелику. Ее повели в тюрьму. Ждите меня здесь. Я с тобой, Ринальдо. Я сказал, ждите меня здесь все! Она чокнутая. А вот она просто. Анжелика! Где Ринальдо? Это он спас тебя. Что, сбежала? Это было трудно? Труднее было обмануть стражу, освободить арестованных. Братцы, не будем тратить время на разговоры. Если ее здесь найдут в костюме зябры, из нас, из всех сделают хорошенький зверинец. Анжелика, там есть кое-какая одежда. Иди переоденься. Сантино, я переурила. Братцы, за мной. Сантино, где Ринальдо? Так ведь он поскакал в тюрьму, чтобы тебя освободить. Меня? Нет золотой закат, ни чайки над водой кружат, и равнодушно злой прибой крутой волной играет. Зачем же к морю я иду? Ведь я не отведу иду. Зачем же по песку бреду, я как в бреду не знаю. Как много сказать могло бы море, сказать тебе о мире, в котором столько горя. Пришел сюда, ведь море это лишь вода, но исцеляет иногда людей волна седая.
не отведу. Иду, упала, не верну звезду, но к морю я опять иду. Зачем иду, не знаю. Костюме зебры настоящая львица. Маркиз, когда она начинает кричать «Вива Гарибальди!», у меня все обрывается внутри. Я готов кричать это вслед за ней. Если Ринальдо согласится, я с радостью уйду в отряд Гарибальди. Вы все хотите стать гарибальдийцами? А почему бы и нет? Потеши нос. Эти ребята здорово бьют бурбонов. Они дойдут до Рима. Братцы, представляете, мы все вступаем в Рим. Как герой. Ты герой, я герой, значит мне до шуток славный Рим. Покорим мы в течение первых суток, мы зайдем в каждый дом, чтоб воды напиться. Ах, я должен извиниться, пьют солдаты не водицу, а сказать по правде кое-что еще. Дайте срок за денек, выпьем мы немало, как назло. Ваш трепло знает в Риме все подвалы, вот бы нам выпить там по огромной бочке. А во всех кварталах дочки припасли для нас цветочки, ну а их мамаши кое-что еще. На балкон с двух сторон вышли две подружки, ахаком, шепотком говорят они друг дружке. Раз, два, три, посмотри, видишь ты третий с края. Кто шагает третий с края? Я его совсем не знаю. Дуры вы ослепли, это сам трепло. Я был в тюрьме. Там нет ни одного человека, ни в одной камере. Святая Мадонна, если Анжелика не появилась здесь до сих пор, значит, ее убили. Нет, милый, меня не убили. А? Да-да, не убили. Ринальдо. Не открывайте так широко рот. Вы можете простудиться. Что ты такое говоришь? Я говорю тебе то, что ты говорил мне, когда мы с тобой познакомились. Почему ты замолчала? Говори. Что? Все, что угодно, только не молчи. Но ты говорил, что женщина должна молчать. Да, только не сейчас. Сейчас молчание очень опасно. Да, милый. Если ты молчишь, значит, я твой хозяин. Да, любимый. И ты должна меня будешь во всем слушаться. Да, любимый. А почему ты раньше говорила все время «нет», а теперь говоришь «да»? Потому что теперь и ты любишь меня. Потому что ты бросился спасать меня. Потому что теперь ты будешь сражаться вместе со мной. Потому что теперь ты стал моим гарибальдийцем. Что? Нет! Неужели в ту самую минуту, когда я тебе говорю о любви,
Ты хочешь поставить между нами этого Гарибальди? Ты ничего не понял. Я ухожу. Анжелика, не уходи. Прощай. Анжелика, если ты уйдешь, ты меня больше никогда не увидишь. Прощай. Ах так. Уходишь. Уходишь? Уходи. Еще быть может, я встречу счастье. Никто не знает, что ждет в пути. Так уходи же, не возвращайся. Так уходи же, так уходи. Одной дорогой пойдешь от рога, другой дорогой к седой сосне. Так уходи же своей дорогой, иначе снова придешь ко мне. Ринальдо! Они ускакали! Кто? Все! Анжелика увела всех к Гарибальди! Предатели! Изменники! А вы почему не ускакали вместе с ней? Да мы же три веточки с одного деревца! Веточки! Дубом я был! До последней минуты верил! И вы убираете своему Гарибальди! Ну, святая Мадонна! Мадонна! Что же это получается? Они удрали... А ты гонишь тех, кто остался с тобой. Счастлив тот, кто имеет таких друзей, как вы. Это все она, Анжелика, со своим тонким ядом свободы. Такой тонкий яд, что он и в мою кровь попал. Разве он не кипит в каждой моей жилке? Свобода, свобода, свобода. А баста! Пусть никто никогда не посмеет сказать, что какая-то девчонка отуманила голову черному дракону. Седлайте коней, мы уходим. Не седлать. Ринальдо, небольшая неувязочка с лошадьми. В чем дело? Лошадей нет. Там осталось только три осла. Да. Там три осла. И здесь три осла. Поровну. Ускакали лошади, нам ослы подброшены. Но если мы лошадку встретим вечерком, остановим мы карету. Первый вынет пистолеты, а второй у пассажира вынет пару сувениров. Третий скажет вам спасибо, и опять пойдут у нас дела. Если у нас имеются три ножа, три друга, три осла. Наше дело скверное. Но если мы к маркизу во дворец придем, первый сянет кушневилку, а второй вина бутылку, первый ложку из сервиза, а второй жену маркиза, скажет вам маркиз спасибо, и опять пойдут у нас дела. Эти у нас имеются три ножа, три друга, три осла. Вы бандиты славные, но от горя слабые. И если уж бурбоны попадутся нам, быстро свяжем часового, угасим нашего связного. Я возьму врага на мушку, ну а я возьму на пушку. Я пошлю три пули в знамя, ну а я пошлю их к маме. Стенки главного бурбона. И пропьем его корону. А пока неважные дела. Все друзья нас бросили, и осталось только три.
Сегодня же ночью я уезжаю. Гарибальди наступает, наши солдаты никуда не годятся. Какая-то девчонка освободила заключенных. Черный дракон куда-то исчез. Смотри! Этот смельчак сейчас попадет к Бурбону. Нужно выручать. Разрешите мне, сеньор капитан. Давай. Эй, приятель! Сюда! Сюда! Ну, как твое здоровье, Ринальдо? Дружище. Не прикасайся, предатель. Я пришел сюда только для того, чтобы... Кто такой? Сеньор капитан, сеньор лейтенант интересуется, какая это рота, первая или вторая? Я ему говорю, нет, сеньор лейтенант, третья. А он мне говорит, прошу прощения, я ищу четвертую. Сеньор капитан! Сеньор капитан! Ринальдо? Ринальдо, ты пришел? Любимый! О, я вижу, вы хорошо знакомы с сеньориной. Поцелуйте покрепче вашу четвертую роту. Мой гарибальдиец. Я не гарибальдиец. Я разбойник. Ринальдо Черный Дракон! Почему святая рожа ко мне? Я, брат! Кто шевельнется, буду стрелять! Послушайте, сеньор разбойник, нам сейчас не до маскарада. Стреляй. Что же ты в него не стреляешь? Его легко убить в спину. Стреляй же, храбрый Ринальдо. Стреляй в людей, которые сражаются, чтобы освободить твою землю. Ты называл их чужаками? Это ты чужак среди нас. Подожди. Ринальдо, ты не бросишь нас в такую минуту. Мы должны быть вместе. Потише нас, святая рожа. Братцы, мы все должны быть вместе. Уйди, трепло. Иначе на этот раз я застрелю тебя по-настоящему. Стреляй, если... Братцы, мне это уже надоело. Каждый раз играть одну и ту же роль. Так могут когда-нибудь пристрелить и по-настоящему. Послушай, святая рожа, если ты когда-нибудь доберешься до Рима, зайди там к настоятелю церкви, святого Паскуалино. Передай ему от меня вот эти часы, а то встретимся там. Будет как-то неудобно. А вот это, почеши нос, передай-ка барону. Анжелика, драгоценности твоей покойной матушки. Ринальдо, такого парня. Ай. Ринальдо, ты помнишь, как мы познакомились? Помню. А? Ты еще спросил, который час. Значит, помнишь, значит, ты не забыл. Значит, ты все время мучился. Но прости меня, Ринальдо, я ведь тогда не знал, что ты настоящий разбойник. Ринальдо, черный дракон. Потом было как-то неудобно. Словом,
Возьми свои. Анжелика, а вот это передайте Сантине. Травинка, она не засохла. И пусть наглядится за меня на звезды, на мой Рим. А вы, братцы, отправляйтесь-ка вы оба в Рим. Рим. Какой он красивый. Эй, Мадонна. Анжелика! Анжелика! Пришел! Медик опять улегся. Но ведь я ей говорила, что ты придешь. Ну, Джанни, вставай, ну не время же сейчас. Ведь я говорила, что Ринальдо будет... Можешь уходить. Никто тебя больше не держит. Мы все готовы умереть за свободу Италии. Уходи. Уходи. Жить и умереть за свободу Италии. Другого пути нет. Пусть рядом пули свистят, как птицы. Пусть в этой битве меня убьют. Не умирают гарибальдийцы. Один упал, а два других встают. Пускай патронов на мне хватает, а их солдаты идут сюда. Но сицилийцы не отступают. Они умрут, но не отступят никогда.